24 новых сорта роз вырастили цветоводы Удмуртии. Выставки начали готовиться с осени. Теперь здесь можно увидеть более 25 тысяч растений. И это не просто букеты. Это композиции, которые выстроены по всем правилам дизайна. Садоогородникам можно показать, что можно у себя на огороде поставить, ну, ива, она всем доступна. Сходить, порезать эту иву, сделать, значит, вот эту вот небольшую корзинку и поставить туда те же самые тюльпаны, гиацинты, крокусы. Все это есть у нас в садах. Создать вот эту вот весеннюю изюминку. Катя Емельянова – начинающий цветовод. Мечтает создать у себя в саду альпийскую горку. На выставке ищет идеи для будущей композиции. На выставке я первый раз. Мне очень все нравится. Мне нравятся цветы, запахи. Чувствуется, что скоро весна. Настроение от этого еще лучше. Фонтаны, садовые скульптуры, декоративное панно из ивовых прутьев – все это сегодня популярно у садоводов. Но главная роль отведена цветам. Более 300 тюльпанов, 1000 гиацинтов будут радовать глаз и живчан. Посмотреть на все прекрасное, которое создается руками наших цветоводов, и заглянуть уже в следующий год. Я уже вспоминаю, что в прошлом году те цветы, которые мы купили, семена, великолепно украшали наш участок летом. Был шикарный лук, урожай. И думаю, что и в этом году традиция будет не нарушена. В мае новые сорта примул гиацинтов украсят улицы Ижевска. Марина Кузнецова, Василий Хохряков, телеканал «Моя Удмуртия».